和鹅，黄鹤飞燕。
куда прилетаю, когда нам пора открывать наш магазинчик. Интересно, кто сегодня будет нашим первым покупателем? На улице идет симпатичная старушка. Ее зовут Марья Павловна. Здравствуйте, здравствуйте. Дайте мне полкилограмма творога, сдобную булку и самый большой апельсин. Конечно. Спасибо. Это для внука. У меня сегодня внук гостит. Какая милая бабушка. А как она внука своего любит. Смотрите-ка. Даже ворона с воробьем на нее засмотрелись. Интересно, о чем это они разговаривали? Чтобы понять птичий язык, нужно очень хорошо прислушаться. Попробуйте-ка. Все прислушайтесь. Марья Павловна, старушка, заходила в магазин. Чтобы внуку взять на ужин творог, булку, апельсин. Марья Павловна спешила, чтоб вернуться поскорей. Дверь подъездную открыла. И уселась у дверей. Ох ты, батюшки, да что же это такое? Может, мне померещилось? Что случилось? Кто за дверью так старушку удивил? Загляну. Глазам не верю. Да ведь это крокодил! В обычном доме крокодил не может этого быть. Он зеленый и огромный, он с чудовищным хвостом. Он лежит в подъезде, словно тут его родимый дом. Ишь, развалился бессовестный. Собралась кричать старушка на весь двор, что было сил. Присмотрелась? Нет, не нужно. Спит зеленый крокодил. Ребята, вы ничего не слышите? Нет. По-моему, крокодил храпит. Слышите? Да. Ничего себе. И старушка, тише мыши, очень медленно встает. Там в квартире внук мой Гриша. Он голодный, ужин ждет. А я, ребята, вам скажу, что нет смелей старушек, когда их где-то внуки ждут и нужно делать ужин. Марья Павловна решила посоветоваться со своей соседкой Валентиной Ивановной. Так вот она как раз прогуливается. Здравствуй, соседушка. Здравствуй. А вот скажи-ка, если бы тебя дома внук ждал, а в подъезде крокодил развалился, что б ты сделала? Я что, крокодилов не видела? По стеночке, по стеночке дома. Ух ты, какая смелая! Да, я смелая. Раз крокодил в глаз. И развалился. Ух ты, батюшки! А я, ребята, вам скажу, что бабушки очень смелые. Особенно, когда дело касается их внуков. А наши бабушки еще и танцевать любят. Не верите? Сейчас увидите. Да-да, я точно вам скажу, что нет зверей снаружи. Когда их где-то внуки ждут, не нужно делать ужин. Они совсем...
Пусть из дочек сбегут любого, кто понижает аппетит у внука дорогого. Помоги! Старушки, 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 все умеют, старушки, все умеют. Обойдется, может, он меня не съест. Вот и хвост перешагнула, обошла его почти. Но внезапно вдруг чихнула. Ох, ох ты, батюшки! А, чхи! И мгновенно шевельнулся этот страшный спящий зверь. Взмах хвоста. Хоть не проснулся, но старушку смел за дверь. Ох, чуть-чуть не разбудила. Ох, была бы всем беда. Не будите крокодила, не будите никогда. Видят сны? А что это у нас тут в подъезде делают? Это крокодил. В обычном доме. Это крокодил. Интересно, интересно. Какие же сны ему снятся? Кто-нибудь знает? Да, это крокодил. Здорово! Давайте-ка представим, что мы крокодильчики. Крокодилы спят и видят. Может быть, речку? Давайте покажем. Как речка течет! Молодцы! Крокодилы спят и видят. Мама, видят? О, молодцы! Крокодилы спят и видят. Что видите, ребята? Скажите скорее, что же вы видите? Ветер дует! Молодцы! Крокодилы спят и видят. Что же видят крокодилы? Они же в море! Молодцы какие! Крокодилы спят и видят. Подождите, не мешайте зверю спать. Не стучите, не кричите, начинайте отступать. Вот проснется и начнется ужас, страсть. Беда напасть, все вокруг перевернется. Распахнется злая пасть. Крокодил, пока он спящий, он спокоен и хорош. Он почти не настоящий, на скамейку он похож. Вдруг он просто притворился и сейчас откроет глаз. Как бы он не разозлился и не съел случайно нас. Вот проснется и начнется ужас, страсть, беда, напасть. Все вокруг перевернется. Распахнется злая пасть. Вдруг залаял возле двери у подъезда шарик пес. Гав, 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 гав. Ох,
сейчас разбудишь зверя. Цапнет он тебя за нос. Гав, меня за нос? Увидим, сейчас ему я покажу. Я его, когда он выйдет, победю. Нет, побежу, я цепляюсь за вами холку. Смело шарик отвечал, но сдвинул в подъезд сквозь щелку. И внезапно замолчал. Конечно, замолчал. Испугался. Вроде лая не услышал, и шевелится. Ура! Не проснулся, спит и дышит. Как огромная гора! Он сопит, во сне вздыхает. Внука, мне пора кормить. Помоги мне, милый шарик, надо зверя победить. Ты подвинь его немножко, ты же сильный, ну не трусь. Я по узенькой дорожке прямо к внуку проберусь. Гав, я сильный, это точно, но такого не встречал. Ладно, сдвину я все срочно. Ой, он что-то проворчал. Побежали, что есть силы. Не пойдем опять сюда. Не будите крокодила. Не будите никогда. Рядом с домом? Где спал крокодил? Дома. Находился. Тип, в котором полицейские тренировались в стрельбе. Да вот же они. Какие смелые и ловкие полицейские! Ух ты! Молодцы! Как они стреляют прямо в мишень! Ух ты! Мне нигде покою нет. Дверь открыл. А там громада. Тут и пуля не возьмет. Надо вызвать для захвата полицейский вертолет. Прием, прием, ответьте. Мне не сладить одному. Крокодил уснул в подъезде. Непонятно почему. Ну, держись, крокодил, скоро прилетят. Все немного осмелели, спит так крепко крокодил.
во сне почти что милый, прогуляясь не спеша перед спящим крокодилом. Только тихо, не дыша. Интересно, что приснилось? Он тихонечко сопит. Не будите крокодила. Пусть себе спокойно спит. Ребята, подскажите, кто из вас, из зрителей, самый смелый? Поднимите ручки. Я. Ничего себе! А кто сможет пройти перед спящим крокодилом? Крокодилу в
этот миг. Может, звери, может, птицы, может, жаркий материк. Пальмы Африки далекой, снится теплый яркий край. Лучше ты его не трогай, спи, зеленый, баю-бай. Баю-баю, не шумите, спит зеленый крокодил. Баю-баю, посмотрите, он во сне хороший мил. Спасибо вам, птички! Летите по делам! Тут уж вовсе не до сна. Бьет хвостом, весь дом трясется, настоящая война. Нельзя же так, будет правильно и честно расспросить со всех сторон, почему уснул в подъезде, кто же он, откуда он. Нам известно, что стружки понимают всех зверей, и собаку, и лягушку, и енотов, и мышей. Разговор на крокодильем для стружек не вопрос. 5 минут поговорили, все узнать ей удалось. Мы бояться поспешили, он не враг, он молодец. Это папа крокодилий, самый лучший он отец. Заболел его сыночек. Крокодильчик дорогой, и сказал, что очень хочет он подарочек такой, чтобы в нем увидеть горы, звезды, разные цветы, разноцветные узоры небывалой красоты, море, небо, искры, вспышки, стаи рыб, цветной песок, все девчонки и мальчишки знают про калейдоскоп.
За подарком днем и ночью много стран я исходил, чтоб порадовать сыночка, и во двор к вам угодил. Так устал, прошел так много незнакомых разных мест, и уснул я у порога, заглянувши к вам в подъезд. Но как раз такая штука, как хотел сыночек твой, есть среди игрушек внука. Вот она, возьми с собой. Мне неловко. Извините, можно мне взглянуть туда? Да, конечно, загляните. Я на службе. Не беда. Ух ты, здорово, прелестно. Разноцветная трава. Это средство вспомнить детство, вспомнить чудо-острова. Ребят, а вы когда-нибудь смотрели в калейдоскоп? Да! Представьте, что у вас в ладошках калейдоскоп. Да. Посмотрите на узоры! Да. Что вы видите? Кто видит что-то самое красивое? Звезды видите? Да. А вот цветы! Цветы видите? А еще зеленый полкило монет! Ух ты, молодец! Кто еще что видит? Ракушки! Точно, правильно! Крокодил! Крокодильчики, здорово! Ребят, ракушки. У вас отличная фантазия! А фантазия помогает увидеть волшебство! И волшебство произошло. Крокодильчик так обрадовался калейдоскопу, что запел веселую песенку. А все прохожие, которые ходили с грустными лицами, затанцевали прямо на улице. Кочку там волшебный странный мир. Приятный цветочки, сверкающий сапфир. Может, птички там летают и порхают в машине. Может, рыбки там мелькают, после хода секса нет. И кто как хочет. Фантазия, фантазия, открылись там внутри. Здравствуй, фантазию, внимательно смотри. Фантазия, фантазия, подскажет, что внутри. Здравствуй, фантазию, внимательно смотри. Крокодильчик, милый, где-то внутрь заглянем и замрет. Там тихашные кометы, яркие бабочки. Я кто-то мешает, сыночек. Добрый папа, крокодил, чтоб порадовал сыночка, что сыночку угодил. Фантазия, фантазия, здравствуй, фантазия, внимательно смотри. Фантазия, фантазия, что внутри. Здравствуй, фантазия, внимательно смотри. Похлопайте! Настоящее волшебство! Молодцы! Садитесь! Идите, нет, полезите. По своим делам. И никогда не скорей бы я привез калейдоскоп своему сыночку. Садись, вертолет, подбросим. Милый крокодил, пожалуйста, не улетай. Можно сначала наши ребята тебя погладят? Согласен. Вот сюда. Нет, идите вот сюда, ребята. Пойдем попробуем. Вот с этой стороны. А у кого есть подарочек для маленького крокодильчика? Приносите. Спасибо. Кто нарисовал подарочек для крокодильчика? Спасибо. У кого еще подарочки? Подари. Спасибо. Спасибо. Ой, какой красивый подарок. У кого еще? Спасибо. Дали подарочки.
хороший, добрый, но с ним надо ласково. Молодцы. Хороший мальчик, он на глаза ему больно. Конечно. Кто погладишь? Садись. Спасибо, молодец. Кто погладишь? Погладь еще. И садитесь на свое место. Садитесь, потому что нам Тиму пора улетать. А вот и все скажется крокодильчику. Спасибо, солнышко. Это для крокодильчика. Пора улетать. Садитесь на свои места. Надо помнить письма. Помашите ему. Полицейском вертолете крокодил летит домой. Пусть огромный, пусть зеленый, но хороший и родной. Очень мило крокодилу улыбается пилот. Понимает, сын любимый, сам отец четвертый год. Хорошо, что есть на свете крокодилы и отцы, полицейские и дети. И старушки молодцы. До свидания, крокодил, хорошо, что заходил. Ты зеленый, ты хороший, ты симпатичен ты, и мил. Улетает вертолет, крокодильчик дома ждет. Крокодильчик, не волнуйся, скоро папа твой придет. Будем снова в гости ждать, чтобы вместе поиграть. Чтобы вместе веселиться, через лужицы скакать. Все, кто дружат, молодцы, крокодилы и отцы. Полицейский и старушка. И ребята, сэр-мсы. До свидания, ребята. До свидания, крокодил. Давайте-ка, ребята, на ножки потанцуем. И снова наша бабушка, вот здесь вот, перед сценой. Но танцуйте внимательно, готовы? Повторяйте. Кошмар, напасть. Вот крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Вот крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Быстрее! Кошмар, напасть. Вот крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Вот крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Вот крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Вот крокодил проснулся, разинул пасть. Но сразу улыбнулся, услышал гул трещания вертолета. Друзья махнул и полетел с пилотом. Кошмар, напасть. Вот крокодил.
и полетел пилотом. Потрудились! И вас славили! Молодцы, ребята! Я много чего строил. Но я успевала, когда очень быстро. Молодец! А теперь, ребята, все участники по лесенке поднимайтесь на сцену. Только по лесенке. Я ушла. А взрослые, лапая!